Здравствуйте, меня зовут Сергей Наташа. Тема моего проекта – это физико-химические процессы пенообразования сливок при изготовлении якутского национального продукта кёрчах. У якутов молочная продукция является одним из основных продуктов питания. Кёрчах – это истинно северное блюдо, изготавливаемое из стебли и по сей день из охлажденных сливок с помощью деревянной мутовки ЭТЭК. Кёрчах обычно потребляется на завтрак. Целью настоящей работы является исследование физико-химических процессов пенообразующей способности сливок в зависимости от его состава, свойств и различных технологических факторов. В работе мы используем 5 образцов сливок местного производства. Это Мигино-Кагаласский, Татнинский район Республики Саха-Якутия. Сливки различных производителей имеют разные вкусовые характеристики, что я решила исследовать с точки зрения науки. А в работе мы используем деревянную мутовку, так как она способствует хорошему взбиванию, нежели чем миксер. Мы определили физические свойства сливок при разных температурах. Это плотность пены, кратность пены, продолжительность взбивания. Также была определена кислотность пены методом кислотно-основного титрования. В работе мы используем матрицу двухфакторного планирования. Также были разработаны уравнения регрессии адекватной моделирующей структуры образования пенной системы. Были сделаны трехмерные графики. По итогам кислотности было выявлено, что лишь образец под номером 2 соответствует требованиям, а сливок высшего сорта не было обнаружено. Также было выявлено то, что при увеличении жирности сливок увеличивается и пенообразующая способность сливок. Были сделаны фотографии с окулярного микроскопа, которые представлены в презентации. Таким образом, я рассмотрела с точки зрения науки процесс приготовления кёрчах, установила причинно-следственные связи между температурой и жирностью сливок с их плотностью и кратностью пены, а также взбиванием. На качество сливок могут влиять различные факторы, например, как сезонность молочной продукции, а также условия производства.